В 2013 году в Видновской детской школе искусств появился редкий и поистине уникальный инструмент – орган. И с тех пор здесь регулярно проводятся концерты органной музыки. В этот раз на сцене один из самых востребованных и активно гастролирующих органистов России – Тарас Багинец. Традиционный органный концерт трудно представить без произведений Иоганна Себастьяна Баха. Вот и выступление Тараса Багинца началось с мощного звучания мелодии немецкого композитора. Из первых же аккордов слушатели уносятся куда-то ввысь, вслед за высокой и величественной музыкой. В чем же секрет органа? Орган как инструмент, то есть понятие, охватывающее много-много сотен тысяч различных инструментов, орган, он каждый раз неповторим. То есть двух одинаковых инструментов не бывает, и каждый раз ты встречаешь новый орган, это совершенно новая личность, совершенно новый музыкальный инструмент, которому надо приспособиться, которому надо понять, услышать его наиболее интересные стороны, то, что, за что его и любят слушатели, какие-то звучания. В программе выступления, которое прошло в уютной камерной обстановке, произведения, которые часто исполняются именно в рождественскую пору. Они подарили незабываемые моменты и создали прекрасное настроение всем слушателям, среди которых были как просто любители волшебного звучания органа, так и воспитанники детской школы искусств. Всегда нравилось творчество Баха. Я играю на фортепиано и очень часто играю его произведения. На этом концерте мне очень было интересно познакомиться с произведениями Баха, которые я еще, не знаю, которые мне мало знакомы. И, они мне очень сильно понравились. Он как-то завораживает. Ты проникаешься в этот звук, и тебе это очень нравится. Но органная музыка, она все-таки, наверное, дает вдохновление, полета человеческой души как бы в космосе. Наверное, тот, кто писал эту музыку или музыку для органа, композиторы, они вдохновлялись космическими какими-нибудь лучами. Просто потрясающий концерт, произведения были замечательные. Исполнение выше всех похвал. Просто потрясающе, что в нашем городе Видное есть возможность послушать такой уникальный инструмент, как орган. И уже совсем скоро в стенах школы искусств пройдут новые концерты органной музыки. Приглашаются все желающие. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.